Редакция телеканала «Мир Байкал» с прискорбием сообщает о кончине основателя еженедельника «Информполис». Муж министра культуры Бурятии Вячеслав Дагаев ушел на 59-м году жизни. В сети появилось видео, где в столовой 49-й школы кормят детей из пластиковой посуды. Некоторые мамы начали бить тревогу, мол, горячая еда плюс пластиковая посуда равно химическая реакция. Однако директор школы заверила, что в нее накладывали исключительно холодную пищу. Ну, была нештатная такая ситуация, когда заболели работники столовой, мойщики посуды. И вот в течение 2 дней, да, использовалась одноразовая посуда для холодных блюд. Горячие блюда подавались в стеклянной посуде, как положено. А холодное блюдо, например, запеканка, она подавалась в одноразовой посуде. Участников СВО в Бурятии освободили от транспортного налога. Этот законопроект ранее разработали в Министерстве экономики, и только накануне на сессии Народного Хурала его приняли. Льгота будет действовать 2 года. Если у ветерана несколько автомобилей, то он сам выбирает, за какой именно транспорт он не будет платить налог.